Семена седума гибридного Monsted Dark Red подходят для высадки на окультуренной почве с предварительным внесением перегноя или компоста. Соцветие малиновое с розоватыми нотками. Листья же темно-зеленые. Высота сорта примерно 0,6 метра. Отличительные черты. Хорошая развиваемость на солнечном участке. Позднее цветение, с июля по октябрь. Устойчивость к морозу. Седум гибридный Monsted Dark Red – это многолетнее растение. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.